И всем привет! С вами снова я, Роман Игроман, и по игре Motor Deput вышло новое обновление. Интересно, как же правильно говорить, Depot или Deput? Хороший вопрос. Итак, уже даже вышло целых два обновления за то время, пока я еще не снимал, было раньше. Итак, 1 февраля и 3 февраля вышло обновление. Давненько я не снимал эту игру. Смотрите, что же здесь добавили. Видите, сколько же здесь функций? Также раньше у поворотников не было звука поворотников этого тикания. Тик-тик-тик-тик. Ручничок здесь появился. Агу, я на сигналку случайно нажал. Раньше мотор и ручник можно было включать только на панельке, где сейчас, видите? Сейчас находится спидометр. Очень круто, конечно же, что здесь можно выключать и мотор, свой движок и на ходу. Так можно сэкономить хотя бы немножечко, мизерную капельку этого бензина. Да, заводится все так же. Давайте переместимся в салон. Вот салон немножко унизили, теперь тут более-менее красиво выглядит. Не правда ли? Так, а где здесь гараж? Хороший вопрос. Где же здесь гараж? Стоять бояться. Ладненько, объясните мне, где гараж. Я чуть не так понял. Алло, народ. Так, каждый закутки мне нужно проверить или что? Ух, деньги хотя бы не отняли. Ладно, может я не сюда заехал просто. Ого-го, поберегись, народ. Водитель от бога. О, я видел руки нашего персонажа, вы тоже могли заметить, да? Да, машинки тоже включают поворотничек. Так куда ты не тормозишь? Может сюда нужно заехать, но я не знаю. Так, бензин у нас пока что полно. Или нашел где-то здесь датчик, который показывает бензин. Нет, не эти ворота. Ладно, поехали в конец. Блин, так рано или поздно у нас бензин кончится. У нас бензин уже скончается. Аккуратно. Так, Да ладно, Зил, как в игре City Car Driving, PRP ситуация останавливается, если задеть какую-то машину, она останавливается. На некоторое время. Этого раньше не было. А, нет, зря надеялся. Кажется, это просто потому, что... там столб. Ум просто зашкаливает. О, семерка не может объехать тоже. Ум зашкаливает. Можем делать. Давайте поможем старичку. Так... Дай камеру поверну. Поехали.
Не благодари меня, старик. А что ты на мне скачешь? Боже, фу. Блин, почему здесь так сложно сделать переход задний ход? Куда ты едешь, дебил? Ой, боже, боже, какой тупой. Тебе еще перевернуть надо или что? Короче, возвращаемся в гараж через автоматическое что-то там. Боже, как же дорого здесь машинки стоят. 15 тысяч. Ой, какие 15 тысяч? 150. У меня только 22 тысячи. Блин, ну выбери машинку, не то нажал. Все, короче. Я у мамы грузчик. О, вот гараж. Давайте поехали, запомним наши врата. Ворота. Я немножко панельку здесь упустили. Зеленые такие. Такие. Мне кажется, местоположение гаража изменилось. Вам так не кажется? Еще как кажется. Зеленые ворота. Поехали посмотрим, где. Где были эти зелененькие ворота? Синенькие. Такие зеленые, синие, не помню. Сейчас, короче, ну что, народ, давайте дрифтить. А дрифтить в этой игре реально неплохо. Короче, мы уже сегодня здесь нигде работать не будем. По РП-ситуации ты долбоёб, Зил. Я тебе в прошлый раз хватило. Все, в столб опять врежешься. Странно, что тут не отнимают, когда ты врежаешься в машины. Ой. Фух, за это тоже не отняли очки. Блин, где здесь задний ход? Почему с машины нельзя выйти? И что это за нолик? Видите? Посередине. Ну. Сбоку. Слева. Фух, чуть не задел тачку. Ладненько, все с вами покатались и хватит. О, зато видно, где наш дом. Вот видите, по этой зеленой меточке. Рискованно, но я попробую. А зря, зря. Фух, очки не отняли. САО Горномарийское... Горномарийское РТП. Чтобы это не было, даже не знаю. РП-ситуация, заезжаем сюда, я царь горы. Почти видно, где здесь бензин полон, где нет. Ладненько. Ух ты. И мы еще в воздухе колесами висим. Нормас, нормас. Нужно это заскринить. Вот так. Нет, я хочу, чтобы колеса были вот так, сбоку. Так, я не знаю, не успел. Ну ладно, с вами был я, Рома. И до новых встреч. Пока.